Привет всем, меня зовут Лена Никифорова, я тренер-визажист Oriflame Россия, и сейчас пришло время поговорить нам про декоративную косметику, о том, как декоративная косметика может менять твое настроение, твой стиль и вообще восприятие жизни в целом. Чем мы гордимся в Oriflame, чем мы гордимся, да, в плане нашей косметики? Тем, что наши продукты, они максимально универсальны, и наши продукты, они бывают разных цен, поэтому любая девушка сможет себе позволить это. И мы задаемся вопросом, в чем же сила макияжа? Есть даже такое понятие, как индекс губной помады, который придумал Леонард Лаудер. Дело в том, что именно во время кризиса помада лучше всего продавалась, потому что с помощью нее очень легко и быстро можно поднять настроение, да, и просто-таки нарисовать улыбку на своем лице. Поэтому, конечно же, макияж — это сила. На что хочу обратить внимание? Когда я чувствую, что у меня плохое настроение, нет настроя на какую-то нужную деятельность, или просто, может быть, даже что-то произошло, и мне грустно, что я делаю первым делом? Я делаю себе сногсшибательный макияж. Возможно, повторяю за какой-то девушкой, которая мне понравилась в социальных сетях, за какой-нибудь моделью. Просматриваю какие-то новые съемки макияжей или какие-то моменты с подиума. И я повторяю, я вижу то, что я красива, я улыбаюсь, настроение поднимается. А если плюс ко всему еще немножечко потанцевать, то вообще можно чувствовать себя отлично. И, конечно же, макияж помогал нам и во время того, когда мы все ушли на удаленную работу. Потому что ты делаешь макияж, сразу же чувствуешь эту дистанцию, сразу есть классное ощущение того, что ты готов вступить в работу и покорять вершины. И это, конечно же, одно из немногих моментов. Плюс можно переключиться с такого дневного настроения на вечернее, с одного стиля на другой и играть различными приемами. Поэтому макияж — это, конечно же, сила. Интересные факты. Знаете ли вы, что на самом деле наша любовь с макияжем началась аж с 1970-х годов, именно с того времени появились наши первые продукты декоративной косметики. Еще один интересный факт, что у нас только натуральные компоненты, например, только лишь натуральные минеральные компоненты в наших тональных основах, натуральные масла и воски в наших помадах. Еще интересный момент, что любая наша тушь проходит офтальмологический контроль, а это значит, что любому человеку, который пользуется контактными линзами, можно пользоваться этой тушью и не бояться. Все наши тональные средства проходят через дерматологический контроль, и еще очень такой интересный и важный момент, что за последние годы мы продали более 5 миллиардов единиц товара. Это очень-очень-очень здорово для косметической компании. И сейчас поговорим о новой теме. Мы будем знакомиться с нашими брендами декоративной косметики. И первый бренд, о котором я с гордостью хочу вам заявить, это Giordani Gold. Это бренд косметики, который был сделан для того, чтобы вы могли почувствовать себя роскошно, расслабленно и даже, скажу так, дорого, потому что это тот самый бренд, который включает в себя еще и мощные компоненты, которые помогают поддерживать вашу кожу в нужном состоянии. Поэтому, конечно же, мы рекомендуем эту косметику для женщин элегантного возраста, но на самом деле и молодые девушки тоже могут побаловать себя роскошью Giordani Gold. Линейка The One Stockholm — это передовая линейка. Мы просто берем самые лучшие и самые выдающиеся модные новинки из косметики и воплощаем их в The One Stockholm. Значит, что именно с помощью этой косметики ты сможешь сделать самый ультрасложный макияж, самые невероятные образы повторить и выглядеть безупречно. И одна из моих самых любимых линеек — это линейка Uncolor, которая помогает тебе экспериментировать, которая помогает тебе подбирать самые необычные цвета. И это та самая линейка, с которой важно начать. То есть если ты еще совсем молодая девчонка и делаешь свои первые шаги в макияже, то скорее набирай косметичку из линейки Uncolor и будешь просто рада и счастлива. С помощью нее сможешь очень быстро менять свои стили и, конечно же, экспериментировать. Это главный момент данной линейки. Поговорим сейчас о наших бестселлерах. Это, наверное, самая моя любимая тема. И первое, о чем я хочу рассказать, это BB-крем от Uncolor. Средство, которое очень популярно, я понимаю, почему. Оно просто очень легким движением, даже если ты будешь наносить его просто руками, да, приводит к общему знаменателю все цветовые нюансы на твоем лице. Ты просто наносишь и видишь, как твое лицо преображается. Честно говоря, я не могу прожить ни дня без этого тонального средства, и оно очень здорово работает не только на моей сухой коже, но и на других типах.
переходим к следующему бестселлеру. Это наша тушь 5 в 1. И ты видишь очень важные факты об этой туши, да, которые измерены в цифровом формате. Но что хочу сказать я. Даже если ты в профессиональной какой-то сфере скажешь что-то про Oriflame, визажисты обернут и скажут: тушь классная, и они будут иметь в виду именно тушь 5 в 1, потому что это тот продукт, который преображает любые ресницы, который может угодить любой девушке и который точно понравится. То есть если человек только лишь знакомится с нашей косметикой, тушь 5 в 1 — это первое, что вы должны посоветовать и порекомендовать вашему новичку. Следующий продукт, о котором хочется рассказать, это адаптивная тональная основа Everlasting Sync от The One Stockholm. Интересный факт. Сегодня абсолютно все спикеры данного тренинга были с макияжем с помощью этой тональной основы. Что хочется о ней сказать? Она, конечно же, делает лицо просто идеальным. Мы видим, что все какие-то цветовые моменты убраны, лицо выглядит классным, лицо не выглядит блестящим или слишком сухим, потому что именно адаптивная формула помогает подстраиваться под внешние условия и делать ваше лицо просто идеальным. На любые съемки я использую данную тональную основу, и, конечно же, я настоятельно рекомендую иметь такую тональную основу в косметичке каждой женщины, потому что это идеальное решение для кожи любого типа, а из цветовой палитры вы сможете подобрать именно тот цвет, который вам нужен. Маленький совет от визажиста: берите самый светлый, самый темный оттенок в формате либо холодного, либо теплого подтона, и вы сможете таким образом варьировать нужный цвет в зависимости от того, есть у вас загар на лице или он на данный момент отсутствует. Эта тональная основа очень здорово работает как на съемках, так и в обычной жизни, и я всегда знаю, что если я хочу выглядеть безупречно, я наношу данное тональное средство. Наша легендарная помада 5 в 1 — это идеальная кремовая консистенция, которая скользит по вашим губам. Это идеальные насыщенные пигменты. Вы всегда сможете добиться разного эффекта с помощью этой помады. Легким нажатием нанести, таким образом получите полупрозрачный эффект. Если нанести с большим нажимом, да, и большей интенсивностью, то можно получить глубокий пигментированный цвет. Мне нравится эта помада за то, что она обладает очень большой палитрой оттенков. Вы можете найти как какие-то нюдовые оттенки для дневных настроений и, может быть, даже каких-то офисных историй, так и более темные, насыщенные цвета, с помощью которых можно будет создать себе настроение более вечернее и, скажем так, праздничное. Красные оттенки, конечно же, один красный оттенок как минимум должен быть в косметичке каждой девушки. Пройдемся дальше по нашим бестселлерам. И здесь я хочу рассказать про тональную основу в линейке Giordani Gold, нашей премиальной линейке. Это антивозрастная тональная основа. Помимо того, что она также создает просто идеальное покрытие и еще и ухаживает за вашей кожей, помогая продлевать молодость, да, еще на более долгие года, здесь самый главный момент, что содержится пребиотик, который подкармливает микробиом вашей кожи. Это значит, что местный иммунитет вашей кожи в порядке, а это значит, что таким образом вы можете каких-то кожных реакций даже избегать. Но это такое, скажем так, дополнительный момент. Мне очень нравится то, что косметика Giordani Gold является неким мостом между уходовой косметикой, да, и декоративной. Это всегда очень-очень приятно. Это особый люксовый подход, скажем так. Конечно, если я говорю про бестселлер, я просто не имею права пропустить румяна-бронзер в шариках, потому что это наш легендарный продукт, который с нами уже очень давно. И именно в таком формате на рынке косметики это первый продукт. Это средство, которое изготавливается вручную. И что здесь можно о нем сказать? Да, он дает очень классную бархатистую текстуру, дает правильный оттенок румян, чуть-чуть даже кожу до бронзы. Таким образом мы получаем легкий оттенок загара, и здесь также оттенок можно варьировать, то есть такие, кто берут пушистую кисточку, берут сразу все пигменты, да, и наносят на яблочки щек, но в какие-то моменты вам хочется больше румян, именно розовых, да, оттенков, в другой момент вам захочется больше оттенка загара, и тогда вы сможете чуть-чуть варьировать цвет и таким образом нанести больше вот этого бронзового сияния. Поэтому это продукт, который уже очень-очень любят все наши потребители, и если вы еще его не пробовали, то обязательно нужно попробовать сделать этот шаг навстречу вашей красоты. И сейчас я хочу поговорить еще немножко про ваши любимые продукты,
задать несколько риторических, скажем так, вопросов. Без какого продукта не могли бы обойтись вы? Как я уже сказала ранее, BB-крем от Uncolor – это мой must-have в моей ежедневной рутине, скажем так. Конечно же, я не могу прожить без продуктов для бровей, потому что это основа нашего лица. И у вас появляются свои продукты в голове в этот момент. Кто-то не выйдет ни в коем случае без яркой помады. Кто-то понимает, что свежесть и сияние на лице – это самое главное. И для этого обязательно используют румяна и хайлайтер. У каждого продукт свой. Но чтобы все это подытожить, хочется заметить, что каждая женщина найдет свои продукты, соберет свою базовую косметичку и даже найдет какие-то плюсы, да, для более выходных нарядов, более стильных образов, более ярких решений именно с помощью косметики Oriflame. Поэтому помните, что косметика Oriflame — это те продукты, с помощью которых вы сможете реализовать все ваши задумки.